Да, Алексей Александрович. Завтра у вас день рождения, юбилей. Как вы себя чувствуете перед таким юбилеем, перед такой серьезной датой? Как вы вообще, в какой вы форме? Что вы хотите сказать своим друзьям, своим коллегам, своим близким людям? Александр Александрович, завтра, иншаллах, Бог даст, 70 лет. Хейлоу не зря писал свои стихи. Оглянуться не успела, как зима катит глаза. Вот этот 70 лет, как она пришла, так она ушла. Вот остается только воспоминания, как мы жили, чем мы занимались. Если честно сказать, не верится, я себя до сих пор ребенком считаю. Я с 3 лет помню себя, и все в моих глазах. Как сказать, это золотое время было, конечно, но, к сожалению, всему приходит рано или поздно конец, и потом заново начнется, если мы ее заслуживаем на том свете. Если не заслуживаем, все это Аллах зависит. Аллах милосерд, может простят наши грехи или какие-то там поступки неправильные или что-то. Еще не родился человек, который не ошибся в этом мире. Ну, все мы ошибаемся, вот здесь прожили, но я горжусь своим детством, и то, что я прожил, это прям в моих глазах. Я люблю свою родину, свою нацию, свое государство и свое президенту и руководителей, которые воспитали нас правильно. И в первую очередь я благодарю своих родителей, маму и папу, которые меня увезли. Я в Ташкенте родился, а они раньше меня, кроме меня, все раньше родились в Фергане, Маргилане. Моя родина, основной Маргилан, Ташлах, Гудхача, Язаван, вот так там родственники там есть. Ну, а я родился в Ташкенте. Тогда Ташкент, когда я родился, это Карасуйский район, колхоз Жданов. А здесь, когда приехал оттуда, там председателем колхоза работал, и приехал сюда, он колхозником работал. Ну, через год его председателем колхоза сделал. Хотя, когда председатель колхоза были, я не помню, чтобы у нас было дома что-то кушать было там. Ну, такое время было, никогда никто не занимался, не думал, что о богатстве или о что-то там подобное такого. Ну, я что там? 7 лет помню Аллаха, моя бабушка молилась, и моя мама молилась, и меня воспитывали. У нас семья, мама знаменитой, с богатой семьи была, у меня деда звали отца, у меня мамы отца звали Нурматбай. Он очень соседный человек был, ну, белый сад приехал, потом русские приехали, ну, депрессия. И раскулачили, и мы здесь по иронии судьбы оказались в Ташкенте. И я родился в 1950 году в Ташкенте. Сегодня Ташкент считается в то время, до 67 года она считался область. Карасуйский район, колхоз Жданова. Вот от меня вот центр этого колхоза, от меня 300 метров было, где отец мой представитель колхоза работал. И когда отец в 52 году ушел с работы, вот, и пошла уже другая жизнь. А я с 7 лет в колхозе работал, и дома работал, и успевал в школе, и отличником был. И как там мы в 5 классе были на хлопке, вечером, а дальше учитель физкультуры был мой тренер, моего брата, друг, Абдназирович Назиров. И он так всех, он самбарец был, мастер спорта Союза, и начал устраивать борьбу там, все это. Я там переборол старший год, старше 2 года, старше 3 года, который занимался полгода, год борьбой. И он потом, я футбол играл здесь, везде там успевал, вот мало было времени, но успевал там. И он мне приехал, и брату моему говорит, надо его дать борьбу. А я мечтал футболистом стать. И тренер мне говорит, ты весь мир в футбол играет. Ты борьбе борис хорошенько, я тебе футбол устрою, говорил.
Ну, мечтали там футбол, для всех же там сам знаешь, что футбол – это единственный вид спорта, который весь мир любит, и все остальные говорят еще.